Сегодня собрались более 100 человек, настоящие патриоты нашей страны, которые любят Украину делами. Чтобы мы оставляли пример для подрастающего поколения, объединяя разных людей, которые могут созидать, могут развивать страну и могут независимо от разной точки зрения объединяться. Тут собрались друзья и наши близкие, те украинцы, которые уважают Украину. И мы ее любим. Слава Украине! Мы стали плечом к плечу, растягиваем самый большой флаг Украины, устанавливаем национальный рекорд нашей страны. Я хочу выразить благодарность и признательность каждому участнику. Каждый человек помогал, каждый человек подставлял плечо свое. Вы знаете, это какая-то определенная энергетика, которая нас реально сплотила. Мы объединяемся и объединяем хороших, добрых, светлых, позитивных людей. Потому что когда мы объединяемся, мы становимся сильными. Когда объединяются сильные, они становятся непобедимыми. Давайте сеять добро и приумножать любовь ради будущего нашей Украины. 110 метров и еще 10 сантиметров. Длина флага 5,70 ширина. Ура! Спасибо! Я не знаю, как у этих ребят хватает энергии. Они регистрируют 5-7 новых достижений каждый год. Это эмоции просто зашкаливают. На самой высокой точке Украины. Это является уже миссией нашей общей. Очень бы хотелось такой же флаг поднять на Донбассе вместе с нашими братьями. Чтоб мир процветал в нашей стране.